Всем привет! Сегодня постараюсь наглядно ответить скептикам на вопрос, а зачем нужен высоторез на даче? Так вот, на днях у нас прошел сильный ливень со штормовым ветром и сломал ствол большой черемухи, который упал на крышу моего гаража. И в этом случае самым быстрым и эффективным вариантом устранения этих последствий стихии стало применение моего электрического высотореза Black & Decker. А заодно решил еще убрать пару сухих веток на другом стволе, куда с ножовкой будет добраться очень проблемно. А эти кадры специально для диванных комментаторов, которые ни разу не держали в руках такого инструмента, но пишут: да это игрушка, да что он может, кроме тоненьких сучков. Ну смотрите, ребята. И не забываем, что это черемуха, очень плотная и тяжелая древесина, а не мягкая и легкая сосна. Тем не менее, результат перед вашими глазами. И в заключение, как всегда, желаю всем удачи на даче, всего доброго и пока!